диетическая паста, вкусное блюдо, входившее в рацион моей жены, когда она сидела на жесткой диете. Надеюсь, простой рецепт диетической пасты поможет и вам. Итальянская кухня полна диетических рецептов, например, диетическая паста с песто из петрушки, весьма диетическая, если не переусердствовать с порцией, блюдо, которое благодаря своему великолепному вкусу помогает избавиться от мучений, свойственных сидящему на жесткой диете человеку. Моей жене, когда она худела, это блюдо очень нравилось. По ее словам, диетическая паста настолько вкусна, что после нее никаких жирных блюд не хочется. Действительно, если использовать хороший пармезан и свежую петрушку, паста получается добротной. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Свежую петрушку, пармезан, чеснок и соль складываем в чашу блендера. Измельчаем до консистенции однородной сухой крошки. Добавляем в получившуюся крошку оливковое масло и лимонный сок, взбиваем еще раз, получится песто, по консистенции что-то сродни аджике. Вот так выглядит песто. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Пасту отвариваем до готовности так, как указано на упаковке, смешиваем в кастрюле отваренную до готовности пасту, песто и немного воды, в которой варились макароны, перемешиваем и прогреваем блюдо 1 минуту, пока ингредиенты не перемешаются. Когда паста и песто смешаются, снимаем с огня и немедленно подаем. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Паста, 500 грамм, спагетти или феттуччини, петрушка свежая, 100 грамм, пармезан тертый, 50 грамм, лимонный сок, 2 чайных ложки, чеснок, 2 зубчика, соль, 4 чайных ложки, количество порций, 8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Жду вас снова.